А если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами Драйфур. И вы прямо сейчас видите сзади меня вот это вот огромное здание. В общем, сегодня у нас обзор мода в Майнкрафте на версии 1.7.10. Обзор мода на кофе, десерты и так далее. И, простите, я до сих пор болею. И вот это здание я строил около часа где-то. Строил, пока не вспомнил, что существует такой мод, который позволяет добавлять в игру курсор, молоток и ластик. Ну, в общем, о нем я как-нибудь, может, в другом видео сделаю обзор. И сейчас мы переходим к моду на кофе и так далее. Здесь мы, как видите, у нас есть новые, так сказать, растительности. То есть тут у нас есть малина. Малина, которую можно, походу, слопать. Я не пробовал. Вот это у нас спайс. О, да. Ну, корица. Также у нас есть чай. Вон растет чай. Чай-чай. Там я построил небольшой... водопадик. Как видите, у него частицы. У нас зеленый чай. Липтон, надеюсь. И давайте я вам покажу то, ради чего я так старался. Сегодня я вам покажу кофейню Вадима Зотца. Слишком она огромная, да. Дрейфуэровская кофейня. Она слишком здоровая, но так надо. Здесь у нас мусорки. Даже у нас двери. Их 4 штуки, 3 штуки аж. И вот нам открывается зал. Да, я это строил один, причем самостоятельно прямо сейчас. И вот, пожалуйста, вот тут стульчики, место для двоих. Ну и, в принципе, вот такие большие столы. Да. И подходим сюда, и нам открывается огромный разнообразный вид на всякие напитки. Кофе, чай, какао. Вот. И, конечно же, справа у нас десерты. Всякие кексы, тортики, пироженки. И у меня что-то две одинаковых здесь. Но не суть важна. Также здесь у нас я сделал светлый такой, чтобы было светло. А когда будет ночь, то будут тускленько так освещать лампы. Да. И, конечно, я не забыл добавить вот эту штуку, потому что она у нас есть датчик. Потому что если что-нибудь начнет гореть, например, вот это, то у меня сразу услышим вот это. Я вот эту штуку услышу. Это вы вспомните мод, когда я обзревал на мебель мод. Там вот как раз эта штука и была. Вот, собственно, я объединил этот мод с вот этим. Вот, их тут у меня, я аж поставил аж 4 штуки. Тут у нас... Простите. Тут у нас туалеты. Мужской и женский. Давайте зайдем мужской. Ну, в принципе, тут ничего такого особого нет. Но мы сейчас будем... Все, попердели, помыли руки. И пойдемте в женский туалет. Ну, в принципе, он ничем не отличается от мужского. Поэтому тут у нас специальный есть также служебный вход. Всем запрещен, кроме меня. Итак, здесь у нас открывается небольшая комнатка с датчиком от дыма, от огня. И тут у нас открывается несколько комнат. Вначале мы зайдем на кухню. Кухня такая скромненькая. Чё? Железная. Вот она. То есть вот тоже датчик. Холодильник с едой скромненькой. Так просто напихал. О нет, у меня ядовитая картошка. Не, ну у нас качество хорошее, вы не думаете. Вот, всякое барахло лежит, лед, конечно же. Ну, здесь пока ничего нет, здесь ничего не надо. Это ж кухня, тут пока никто не готовит. Конечно, аптечка у нас есть, только что она на кухне. Сам не подумал. Далее у нас идет склад и запасный выход. Ну, запасной. Запасный пишут иногда в основном. Вот. Давайте начнем со склада. Склад, ну, в принципе, тут ничего нету. Я в эти сундуки, думаю, что-то запихал. На самом деле, нет, я ни в один сундук ничего не положил. Нет. Даже не надеюсь, что там что-то есть. Да, вот такой склад небольшой. С огромным количеством сундуков. И последнее, что у нас есть, это запасной выход при экстренных ситуациях.
Ну и, конечно же, вот оно, все, что есть в этом моде. Нас тут ожидает наш верстачок, любимый всеми. Блоки, вкусняшки, растительность, ну и, конечно, инструменты. Все, что есть в этом моде. Начнем из блоков. Их тут не очень-то много, но только большой для них нужен сундук. И мы возьмем первые 9 блоков. Я, если честно, это же блоки, они в принципе ничего не делают, они как декорация. Я в этом уверен. Итак, перед нас вот такую полочка с чашками, которую, видите, правой кнопкой ничего нельзя сделать. Даже поставить рядом нельзя. Ой. То есть вот, как видите, такая полка с чашками. Выглядит красиво, мне нравится. Но это еще не все у нас так и есть. У нас есть... О, прости, что микрофон кашлянул. У нас есть Pumpkin Spice. Оу, yeah. Какой-то бэк. Короче, вернись назад, по-моему. У нас есть такая вот красивая рекламная такая штучка. Также у нас есть Special. Специальный на таком вот... На такой красивой доске, кстати, очень. Действительно. Посмотрите, какая красивая доска. О, да. Тут у нас также... О, газета, чай. Что-то связано с кофе. Лампа, которая, походу, не горит. Слушай, она, так знаешь, издает свет. Тусклый, но издает, я тебе скажу. Да. Это хорошо. Прошу прощения, ну что ж поделать-то, ну. А дальше нас идет от зеленого чая. Кофейная, опять блок стеклянный. Они что, светятся все? Ну да, так легкий свет отдают. Ящик, который нельзя открыть, который нарисован кофе, по-моему, или чай. Далее у нас идут другие блоки. Сейчас мы все возьмем. Вы, наверное, слышите эти клики. У меня микрофон в наушниках вставлен, поэтому вряд ли что-то тут слышно. Далее у нас идет вот такой вот красивый пирожный с пончиками изображенный блок. Блок с холодным кофе. Ледяным, так сказать. Черный какой-то марбл. Наверное, это какой-нибудь камень красивый. Еще какой-то он. Контур. Металл какой-то. Да. Бумеранг. Бумеранговый такой столик. Кофейная опять штука. С такими узорчиками красивыми. С пончиком. Гомеру Симпсону на радость. Она светящаяся. О, да, пончики. Даунс. Коробочка. С говняшкой. Смотри. А, это то, это блинчики. Я думал, это говняшка. Чем ты говняшка? Возьмем следующие блоки. У нас здесь такой очень красивый блок. Что у нас тут написано? Treat yourself. Что-то с ним, в общем, согрей. Пончик в кофе окуни. О, тыквенное кофе. Блин. Ненавижу кашель. Меню. Черный кофе за $1. Ну, здесь, я так понимаю, это за изумруды. А 50 центов это один изумруд. Тут нет у нас половины. Не, 50 изумрудов. Уа-ха-ха-ха-ха. Это эспрессо. Так, это у нас опять кофейная всякая. О-о-о. Вот это реально красиво, ребят. Не, этот мод я, конечно, не удалю из-за его красоты. Ух ты. Цветочки такие. Полочка с всякой мебелью. Ой, не мебель, а с всякой посудой.
Ну и, соответственно, последние блоки, которые есть в этой игре. Ой, в игре. В игре их дофига тут. В моде. Это кекс. Полка с посудой. Ну, там, и с цветочками. Два одинаковых таких полотна, или что это. Одно такое, ну, как из занавески, какое-то платье, знаешь. Такое вот обычное, из в горошек. Кексы, ягоды, пирожки, тортики. То же самое. Напитки, соки всякие. Аж прям захотелось, знаешь. Хотя завтракал уже недавно. Кофейное, ну и, конечно же, кирпич. Кофейный кирпич. Собственно, вот они все блоки. Их тут реально много. На вид и вкус. Всем подходит. Вкусняшки. Дальше у нас тут вкусняшки. Тут я поставил сундук ловушку, потому что обычно сундук, как вы знаете, не ставится между большим и... Тройной сундук нельзя сделать, поэтому вот, пожалуйста, вот они. Вкусняшки. Вот, почти два сундука, надо огромных. Но... Беда, всегда есть решение. И вот, собственно, все эти вкусняшки. Давайте мы с вами их посмотрим. А! Точно. Мы же не посмотрели, как крафтятся эти блоки. Давайте посмотрим хотя бы, как один крафтится из них. Если он крафтится. Да. Они все крафтятся. Ну, я думаю, что блоки вам не обязательно нужны. Так, знаете, они же для декорации, так что вы можете их... Так, просто... Вот, вот пончик, я посмотрю, как крафтится. Лампа пончиковая. Не удивляйтесь, что в последнее время моды стали очень длинными. Потому что они... Они сами все длинные, они очень интересны. Мне очень нравятся эти моды. Поэтому я их и для вас специально обозреваю. Итак, сейчас мы возьмем ингредиенты все. И первый у нас кофейное зерно, что ли. Это, по-моему, похоже на эту, на смородину какую-то. Она выпадает вот отсюда. Вот. То есть, ну-то где? Оп. Нам три штуки выпало. Хм. Странно. В любом случае, она крафтится. Она вообще крафтится. А мы еще просмотрим. Ну, я думаю, что она не крафтится, потому что ее бессмысленно крафтить. Также найдет малина. Малина, собственно, у нас... вот она. Малинка. Зеленый чай. Вот он. Прямо тут растет. Красавчик. Корица. Вот она. Корица, обсидица. Где ты? А, вот ты где. Вот она. Кофейные зерна. Я так понимаю, их можно где-то добыть. Но где, я решение не нашел. А, их вон... Простите, пожалуйста. Я просто, блин, не могу уже. Но надо записывать, понимаете, надо. Так, вот эти я лучше не трогаю. Мало ли, у меня опять вылетит Майнкрафт. Кофейные зерна, неудивительно, крафтится из кофейных ягод. Дальше у нас идет еще какие-то... Roasted coffee beans. Что это? Очищенные какие-то или что? Stimulating fragrance какой-то. Ладно. Дальше нас ждет молотый кофе. Сейчас, подождите. Во, нормально. Кофейные. Да, молотый кофе делается из кофемолки и вот этого того самого коричневого кофе. Также у нас есть тесто. А тесто, это я так понимаю, тесто. Оно делается из виски.
пшена, яйца, воды и сахара. Миску я вам, эти инструменты я вам покажу в конце, потому что они будут все в конце. Дальше нас идет молочко. Я так понимаю, это молоко. Да, написано молоко. Оно делается никак. Да, оно не крафтится. Ну, в принципе, да. Далее у нас следует уже еще ингредиенты. Тут парочка. И потом уже приступим к самим вкусняшкам. Это уже вкусняшки. И, собственно, молоко, по-моему, со взбитыми сливками, оно делается из egg batter. С тем, чем яйца, так знаешь, их... Ну, делают взбитые... Ой, простите. Делают взбитые сливки. И, соответственно, вот это горячее молоко. Что такое-то, ну... Не, надеюсь, меня слышно. Дальше у нас идут... Спринклис, это конфет какие-то. А, дрожжи. Они делаются, в принципе, из сахара, из красителей, ну и из этой миски. Дальше идет черные листья чая. Листья черного чая. Они делаются никак. И добыть их я не знаю как. Маршмеллоус, это у нас зефир. Зефир делается из взбитых, ну, из... Я не помню, как называется эта штука. Миксер, по-моему, она называется. Egg batter, миксер, я не знаю. Костная мука, сахар и молоко. Чтобы сделать фростинг. Фростинг, что это? Масло, сахар, миска. Что это такое? Подожди. Это, собственно, чем выдавливают эти самые сбитые сливки. Чтобы сделать шоколад, нам нужен какао-бобы. Сахар, молоко и миска. Чтобы сделать масло, нам нужно миксер и молоко. Чтобы сделать коричневый сахар, нам ничего не надо. Чтобы сделать ледяные кубики, нам нужен кофемолка зачем-то и лед. Нифига себе. Чтобы сделать нам остальные вещи. Дальше у нас идут уже, в принципе, вкусняшки. Вот, например, вам тирамису. Очень вкусный торт, ребят. Если его пробовали. Но мы начнем с него как раз. И тирамису у нас делается из взбитых сливок. Что-то там капает. А, это вон вода. Кейк-пан. Специальный поднос, тарелка, что-то там для тортов. Эспрессо-шот. Выстрел эспрессо. И, конечно, какао-бобы. И мы получаем тирамису. Подожди, еще как-то можно сказать. Нет. Дальше у нас идет эспрессо-шот. Сам по себе, сам этот выстрел эспрессо. Нам нужен как раз молотый кофе. Вода. И вот это вот приспособление, которое, по-моему, кофе наливает. Ну, в общем, мы о нем... Я его вам в конце покажу. Бискотти. Бискотти не крафтится. Что такое, я не знаю. Оранжевый пончик. Тыквенный пончик крафтится из теста. Вот этой... Блин, поднос. Корица. Штука с помощью... Ну, фростинг. Короче, буду просто говорить. Короче, в смысле, короче, покороче буду говорить. Вот. Тыква и, собственно, дрожжи. Ну, я так понимаю, это дрожжи. Шоколадный пончик крафтится взамен, только нужно шоколад и не надо чего там еще. Обычный пончик с розовой глазурью делается вот так. Карамелька у нас также есть, она делается вот таким вот образом. Вы сами, в принципе, можете понять. Единственное, вот это у нас коричневый сахар. Крем делается, это взбитые сливки. Я так понимаю, они делаются вот таким образом. Ну и, соответственно, пупасина какой-то. Он делается вот таким образом. Нужна кость. И... Ну-ка, один дай. Мороженка, кажись. Ну нифига себе. Так. Далее у нас следующий. Сейчас возьмем. Мы все еще возьмем вещи и все. Чтобы не геморроиться. Ну и отсюда возьмем, конечно, то, что сможем.
Вот так, все, мы заполнены. Нам тяжелее бегать, хотя это не зависит. И начнем из яблочного пирога. Яблочный пирог делается вот таким вот образом. Запоминайте. Малиновая какая-то скония. По-моему, это... Я не знаю, что это, но оно делается вот таким вот образом. Булочка с корицей, по-моему, она делается вот таким вот образом. Кофейный пирог, он делается вот таким образом. Вот эти очень вкусные печеньки, которые я ни разу не ел, но хотел бы. Праздничный пирог. Ой, подождите. Он делается вот таким вот образом. Шоколадный какой-то пирог. Шоколадный пирог он делается из... Опа, светопыль. Зачем она тут? Трифл. В общем, мороженое в стаканчике, мне кажется, малиновое. Оно делается из паунд кейк. А паунд кейк, соответственно, делается вот таким образом. Ну-ка, давайте в руке посмотрим, что это. Да, это мороженка в стаканчике. Дальше у нас идет яблочный капкейк, то есть кекс. Он крафтится вот таким. Тут нужен таблет. А, это специальные формочки для кексов. Зеленый чай. Из зеленого чая вы не пробовали что-нибудь? Хоть что-нибудь из зеленого чая, кроме самого чая? Я лично нет. Малиновый. Красный вилвет. Кекс, посыпанный дрожжами. Двойной шоколадный печенька. Не, подожди, давайте вначале найдем обычную. Двойной шоколад печенька. Вот вам, пожалуйста. Как оно крафтится. Сахарное печенье. Сникер дудл. Два печенья каких-то. Вот. Штрудель. Малиновый. Моча. Короче, шоколадный, кофейный. Вот этот самый. Вот как он красивый, смотри. Этот. Капкейк. Забыл, капкейк уже приводится. Кекс. И вот вам тыквенный. Ну как он выглядит? О, да, красота. Смотри, как они красиво все выглядят. О, ну черный чай, это прям сейчас я. Кстати, я же вам говорю, чаек в каждой серии у нас. В каждом видео у нас он. Черный. Хочу зеленый попробовать. Чай крафтится из... Да чай не крафтится, чай заваривается. Да. Ну а в Майнкрафте у нас еще у нас крафтится из чайника, нифига себе, с ведра воды и из листьев черного чая. Дальше нас ждет прекрасный чай, сладкий чай, по-моему, да, сладкий и холодный. Он делается из лед и вот в принципе крафт. Вот малиновый чай. Нам нужен пупи. Поппи. Какая-то поппи. Зеленый чай. Зеленый чай латте. Нужно молоко столько. Зеленый чай фрепусио. Снежок нужен. Ромашковый чай, походу. Или цветочный, цветочный. А, гербалий. Вишневый, ой, малиновый, острый, блин, холодный ледяной чай. Дальше у нас идет вот этот фарспусио. Это у нас вот малиновый, кофейный, карамельный, американо, пам-пам-американо. Не знаю, авторская песня или нет, но оставлять ее не буду. Чай латте. Латте, короче. Как оно выглядит? Оно очень красиво.
Ночь тоже наступила. О, смотри, как оно красиво выглядит. Блин, вообще супер. Как оно... А, вы уже видели. Горячее какао с зефирками. Блин, прям смотришь, прям вот хочется попить. Черный кофе, обычный стандартный черный кофе. Ледяной кофе. И, конечно же, последнее, что нам надо... Я ночь, что ли, поставлю? И последнее, что нам надо... Вот. Фарпуссио опять какой-то вот этот моха шоколадный. Бисерин. Вот он, пожалуйста. Тыквенный спайс латте. С корицей, в общем. Тыквенный с корицей. То же самое, но фрапуссио. Также он латте. Делается вот так. Кофе из крипера. Прямо из него. Из пороха нужно было делать. Так. Флат уайт. Белый флат. Не помню, как флат переводится. В общем, вот. И последняя капучино. Вот. Отлично, все вкусняшки мы с вами рассмотрели. Вот у нас, собственно, наши кустики, которые невозможно скрафтить. Они появляются сами. Вот, пожалуйста, вам корица. Вот. Кофейные ягоды. Зеленый чай. И малина. Черного чая я не знаю, как добыть. Это, по-моему, невозможно. Ну и последнее. Вот они, инструменты. Их мало, но, собственно, они крайне важны для крафта наших вкусняшек. Итак, начнем мы, собственно, с вот этого подноса. Он у нас делается из трех железа и зачем-то три печеньки здесь нужны. Ну, собственно, он нужен для печенек здесь. Чайник делается из глины, зеленого чая и палки. Специально для кексов, формочки для кексов делаются из железа и пшена. Эспрессо пироклатор, короче, вот этот вот типа чайник, но для кофе, делается вот таким вот образом. Нужен кремень. Чтобы сделать миксер, нам нужно яйцо, железо и палка. Чтобы сделать вот эту мисочку, нам нужна миска и глина. Чтобы сделать тарелку для тортов, нужен торт и железо. Чтобы сделать французскую прессу, френч пресс. По-моему, френч, по-моему, французский, я не знаю. Ну, в общем, нужна вот эта штука. Чтобы сделать кофейную... кофемолку, нам нужно, соответственно, кофе, железо, доски и палка. И чтобы сделать волшебную палочку, нам нужны сахарные печеньки, палка, две стопыли и редстоун. Она, в принципе, еще и очень мощное оружие. Потому что оно убьет обычную лошадь. Не, обычного жителя. Раз, два, три. С трех ударов. Вот это очень даже здорово. Ну и в принципе, дорогие друзья, это все, что добавляет данный мод. Удалять этот мир я не стану, так как я очень... Хотя, может, и удалю, я не знаю. Просто я все время удаляю миры, где я снимал видео, о которых уже. Просто, ну знаете, как-то не хочется вот свои старания куда-то вот эти вот эту огромную кофейню куда-то все ее просирать. Блин, я так долго это делал. Поэтому это мое решение, поэтому я оставлю этот мир. И с вами был DriveFire. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Обязательно. Ссылка на нее я даже в начале оставил. Как так-то? Это надо исправить. Бам. Не. Да. Ну и если вы не вступили в нее в начале, то вступите прямо сейчас. Да, давайте, сделайте это. Вы же крутые, я знаю. Вы у меня все крутые, давайте. Вступите в группу ВКонтакте.
Будьте молодцами. Что в ней? А в ней, в принципе, все видео. И там всякая информация насчет, если вдруг какой-нибудь такой момент, что видео не выйдет, или все новости вместо вот этих объявлений на канале я буду делать в группе ВКонтакте. Ну и, конечно, кликайте на все ссылки в описании, то есть на страницы мои, на эти самые, заходите на плейлисты и смотрите другие видео. Всем удачи и всем пока!